Цветы, эмоции и слезы на глазах. Воспитанников бывшего детского дома номер 4, которые пришли на встречу выпускников, преподаватели узнавали не всех и не сразу. Парни возмужали, девушки стали взрослыми красавицами. И директор Светлана Ткаченко, которая уже 7 лет как вышла на пенсию, хоть и помнит по именам всех своих воспитанников, но некоторых не узнала. Так они изменились. Когда я пришла сюда в 88 году, не просто строился. Здесь было очень много переростков, трудных, сложнейших детей. И потихонечку коллектив как-то сформировался. Но до 4-го детского дома у меня был еще в Екатеринбурге. Я начинала работать. Я уже говорила, что я начинала работать в детском доме. Мне было тогда всего лишь 35 лет. Я молоденькая пришла. Тоже сложнейший детский дом с переростками. Там были трудно. И вот там я себя нашла. Там я поняла, что надо. Именно здесь я должна работать. Именно этих детей я должна чему-то научить. И самое главное, что я их должна защитить от той суровой жизни, в которой они жили. Я не могу выделить кого-то. Для меня не важно было, хорошо учился или плохо учился, хорошо вел себя ребенок или плохо. Я к ним относилась одинаково, любила одинаково. Но внимание больше, конечно, обращала трудных воспитанникам. Как здесь все изменилось? Эту фразу повторяли все выпускники. За последние годы в Центре психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, так теперь называется детский дом номер 4, действительно изменилось многое. В комнатах и кабинетах ремонт, на прилегающей территории цветы и деревья. Но неизменно одно – дети живут семьей. Ну, сейчас много очень изменений. Строительную, площадку сделали. Вообще все много изменилось. Хоккейную коробку построили, переделали абсолютно, считай, все комнаты, новое оборудование, там, все. Ну и какая встреча выпускников без воспоминаний? Мы бегали, носились, взрывали карбид, там разбивали стекла. И на сегодняшний момент думаешь, а как мы вообще живые остались? То есть лазили по деревьям, там жгли какие-то костры. А естественно, когда нас за этим делом ловили, нам попадало и нехило. Но в принципе сейчас смотришь и думаешь, ну это нужно было. Потому что если дать полную свободу, это будет самый настоящий хаос. Это будет вообще все вверх дном. Соответственно, те воспитатели, те педагоги, которые были с нами, они очень многим, и мне в том числе, заменяли настоящих родителей. То есть сделали все для того, чтобы мы не чувствовали себя ущербными. То есть чтобы не было какого-то ярлыка, что вот он детдомовец, он там какой-то не такой. Хулиганили в детстве все мальчишки, говорит Александр Чеботарев. Но и учебе отдавали много времени. Ведь у этих ребят нет состоятельных родителей, которые смогли бы подключить связи для того, чтобы их чадо поступило в институт. Поэтому воспитанники детского дома полагались только на себя. Судьба у меня, наверное, такая же, как у большинства ребят из детского дома. Уже сегодня, там, будучи 30-летним мужчиной, могу, наверное, сказать, что вот именно тогда, когда мне было 12 лет, когда я был мальчишкой, я, наверное, сделал правильный выбор в своей жизни. То есть я ни разу не пожалел, что я был воспитанником детского дома. Хочу похвастаться, что и 9-й, и 11-й класс я закончил без троек. У меня в аттестате нет ни одной тройки. А в августе в 2005 году я сдал вступительные экзамены. То есть поступил на бюджет, отучился в институте 5 лет. Работаю, есть своя юридическая практика, вместе со мной работают еще 2 сотрудника. Занимаюсь в основном семейными, гражданскими, жилищными делами. Ну и поскольку я был сам в детском доме, одним из моих главных направлений – это именно помощь бывшим своим собратьям, нынешним там, ребятам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, с обеспечением жилых помещений. Эта встреча останется в памяти выпускников, ведь в таком составе они не собирались ни разу. Им было что вспомнить и о чем поговорить, как братьям и сестрам, которые давно не виделись и встретились в родительском доме, в котором их всегда ждут.